Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на GodMod для зомби режима. Для этого скачиваем чит по ссылочке в описании. После этого заходим в него. И перед тем, как нажимать кнопочку Inject, вы обязательно должны быть в игре, как сейчас я. Потому что если вы не будете в игре, когда вы нажмете кнопочку Inject, у вас высветится, получается, отключить антивирус. И также многие мне пишут с проблемой того, то что они заходят в Script Hub и им пишут отключить антивирус. Смотрите, я сейчас нажимаю, мне тоже это пишет. Это пишет из-за того, то что вы не заинжектированы к игре. То есть, как только я буду заинжектирован к игре, после этого я захожу в Script Hub и я могу буквально любой скрипт открыть. Естественно, если у вас инжект не прошел, не получился, у вас на всех скриптах будет писать «Отключить антивирус». Так что перед тем, как нажимать на какой-либо скрипт, вы сначала заинжектитесь к игре, а после этого только нажимайте. Так, нажимаем кнопочку «Инжект», но перед этим минутка рекламы. А перед началом хочу порекомендовать данный Discord-сервер. На этом сервере вы сможете приобрести робоксы по выгодному курсу. Курс сейчас действует 1 рубль, 2 робокса. Приобрести их можно в канале «Заказать робоксы». Вот здесь написана форма подачи заказа. Вы, получается, составляете заявку по вот этим всем пунктам, которые здесь написаны. И также на этом Discord-сервере вы можете скачать ихний чит. Это чит полностью новый. Естественно, в нем будут офигенные фичи. По-любому какие-нибудь крутые функции, в которых нету в других читах. Так что смело переходите на данный Discord сервер, приобретайте робоксы и скачивайте ихний чит. Все ссылочки будут в описании. Переходим к видеоролику. Итак, нажимаем кнопку Inject. Ага, меня зомби вырубили в этот момент. Ну ладно. Так, все, как видите, сайт появился. Также иконка Easy Exploit. Отлично, это значит то, что мы заинжектились к игре. Inject у нас работает. Так, как видели, меня сейчас зомби смогли убить, задамажить. Я надеюсь, меня сейчас кто-нибудь поднимет. Хотя могут и не поднять. Конечно, желательно, чтобы подняли. Вот, кто-то бежит, отлично. Вот, смотрите, он меня сейчас поднимает. Как вы видели до этого, меня зомби смог спокойно убить и задамажить. Также, как видите, они на меня сейчас отвлекаются. Так, теперь заходим в Script Hub, листаем в самый низ и нажимаем зомби из GodMod. Все, отлично. Мы активировали наш скрипт. Также этот скрипт будет по ссылочке в описании. Можете скачивать и использовать. Так, и теперь ищем, допустим, любого зомби. Ладно. Он пока что отвлекся на них. Давайте я вам покажу лучше, чтобы наглядно было. Сейчас, получается, мы ищем с вами какого-нибудь одинокого зомби. Так, пока никого не нахожу. Сейчас, получается, новая волна начинается, сейчас они появятся. Вот, получается, этот скрипт не дает вам, чтобы вас дамажили зомби и убивали. То есть GodMod. Ждем нашего зомби. Что-то они не хотят почему-то идти. Странно. А, вот. Как видите, вот он зомби. Я могу прям вплотную к нему в лицо встать, и он меня абсолютно дамажить не будет. Как видите, он даже на меня не отвлекается. Вот еще один. Вот, как видите, я вплотную встал. Он меня даже не дамажит и не видит. Он даже пытается сквозь меня пройти. Как видите. Скрипт полностью рабочий. Можете использовать. В принципе, я думаю, много кому пригодится. Просто по фану погонять, чтобы вас зомби не могли убить. Нафармить монетки. Купить, естественно, крутое оружие. Также, повторюсь, ссылочка на данный чит и скрипт будет в описании.
Ну, на этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был Эйзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.